порежем лук, морковку. Порезал морковку. Переходим к роликам. Итак, мясо готово. Два кролика порезал. Сейчас будем тушить. Заливаем масло. Казан разогрелся. В смеси трав очень хорошо дают. Еще вот это насыпаем. Соль. Засыпаем морковку с луком, обжариваем ее. Так. Итак, морковка с луком подошли. Засыпаем кроликов. Опа. О, да, красота. Сейчас мы это все покушаем. Кролик даст сок. И потом зальем водой. И пусть оно хорошенько тушится. Порезал снова морковку, лук и картошку. Буду делать пюре в казане. Ну, получится мощный гуляш. Мощнейший. Итак, залил воды. Ох, получается. Будет великолепный гуляш из кролика. О, какая красота. Ведь процесс только-только начинается. Сейчас она прокатится. Сейчас протушится. И потом будем готовить пюре. А потом отдельно сварим морковку и свеклу. Вода немножко выкипает. Сейчас получше перемешаем. Хорошо получится. Запах хороший. Все. Наш гуляш. Гуляш все-таки не рагу, а гуляш. Гуляш готов. Гуляш из кролика. Сейчас будем перекладывать в кастрюлю. Посмотрим, сколько получится. Воду, как я залил, практически был полный казан. Вот. Где-то сантиметр до верхних хватало. И вот уже воды осталось меньше половины казана. И тут прям аж такой крепчайший бульон получился. Так. Итак, наша великолепная кастрюля. Ну, посмотрим, сколько получится.
Надеюсь, половины костей. Все очень важно. Приготовилось. И... Так, сейчас будем делать пюре казане. Заливаем масло. Брошу немножко семян укропа. Казан у нас неплохо разогрелся. Добавим немножко специй, соль. И сюда потом высыплю морковку с луком. Так, достаточно. Так, все это дело размешаем немножко. Такой интересный цвет получился. Так, высыпаем морковку с луком. Нужно хорошенько обжарить. Так, морковка уже готова с луком. Можно сказать, это зажарка. Так, кастрюлька у нас тоже на готове. Все готовим на огне, казане. Казане на огне. Так, залил воду. Здесь тушилась морковка с луком. Залил сюда воды. Так, возможно, еще придется воды добавить. Посмотрим. Немножко насыпал соли, чуть-чуть. Почему? Потому что много соли не стоит сыпать, так как в зажарку я насыпал много соли, и она очень соленая. Вот. Пюре будет прям много. Сейчас мы это все немножко перемешаем. В общем-то, воды достаточно здесь. Ну, в крайнем случае еще дольем, да? Пока достаточно. Все. Так, картошка у нас сварилась для пюре. Кладываем ее в кастрюлю. Так, картошка у нас хорошо сварилась. Сейчас будем ее аккуратненько превращать в пюре. Высыпаем зажарку. Зажарка очень соленая, а картошка практически не соленая. Так что по соли должно быть нормально. Так, сейчас мы это все перемешаем. Ну вот и все. Вот что получилось. Это чай с мятой и шиповником. Отварная морковка и свекла. А это пюре с жаркоем. Ну, назовем его жаркоем. В общем, это тушеное мясо кролика. Вот финал.